Друзья, добрый день. Меня зовут Сергей Ветрешко, я главный технический специалист компании «Виего» по России и странам СНГ. Сегодня мы приехали на объект, это жилой дом, который находится в городе Екатеринбург. 120 квадратных метров, рассчитывается, что в нем будет проживать семья из трех человек. На этом объекте, как вы видите, установлена уже наша инсталляция «Привиста Драй». Это инсталляция топовой модели, потому что у нее есть вот здесь вот болты, которые позволяют при необходимости изменить высоту унитаза в соответствии с предпочтениями семьи. Если есть высокие люди, это очень удобно, целых 6 сантиметров у людей есть для того, чтобы поставить унитаз повыше. Сама система Привиста у нас абсолютно новая. В России она продается всего лишь 2 года. Мы разработали ее с нуля с учетом абсолютно совершенно всех тенденций, какие есть и в дизайне, и в инженерном искусстве, какие есть на сегодняшний момент. Для того, чтобы сделать эту систему, можно воспользоваться бесплатным конфигуратором на сайте viego.ru. Для того, чтобы его найти, нам достаточно зайти на сайт viego.ru, заходим в подраздел «Сервис» и находим конфигураторы. Нас интересует в данном случае конфигуратор Привиста Драй Плюс. Открывается отдельная страница и запускаем его. Данный конфигуратор позволяет нам выбрать тип пристенной конструкции, конструкция, которая может быть на всю высоту помещения. Помимо этого есть конструкция с тоннелем с левой или с правой стороны, если вам необходимо, и просто перегородка посередине помещения. На объект используется обычный тип конструкции. Нажимаем на него и выбираем инсталляции. Это мы задаем габариты помещения, можем изменить высоту помещения, можем изменить ширину помещения и также можно задать высоту уровня чистого пола. Помимо этого, расстояние конструкции от левой стены либо от правой стены. Ну и нам остается накидать на конструкцию, которую мы с вами будем возводить, те элементы, которые нам нужны. На объекте только унитаз на сегодняшний момент установлен. Помимо этого, можно накидать и другие элементы, например, для писсуара, для умывальника и для биде. Очень легко можно двигать, выделяем и просто передвигаем. Можем задать точные параметры, можем это сделать на глаз. После того, как мы все сделали то, что нам необходимо, задали все размеры помещения, установили все элементы, которые нам понадобятся, нажимаем «Далее» и получаем уже расчет, который нам предоставляет конфигуратор. А именно, точный план точными длинами, то, что нам необходимо, как нарезать. У нас есть спецификация с всеми длинными профилями и их количество, которые нам понадобятся. Помимо этого, инсталляция и набор креплений, который будет необходим для обвязки нашего профиля Привиста Драй Плюс. Все это мы можем перевести в PDF. Очень приятный на внешний вид и удобный документ, который можно использовать во время строительства, отдавать своим заказчикам и делать с ним все, что угодно. Наша инсталляция Привиста Драй обвязана надежным металлическим профилем Привиста Драй Плюс. Этот профиль позволяет очень жестко и надежно установить раму Привиста Драй и сделать из нее очень интересные дизайнерские решения. Система Привиста имеет самые маленькие по площади поверхности панели смыва. Огромным плюсом данной инсталляции то, что ее можно устанавливать без использования каких-либо инструментов, и также все компоненты, которые находятся внутри, мы можем делать руками без какой-либо подготовки. Сейчас у вас на глазах я это сделаю. Для того, чтобы проникнуть внутрь бачка, мы берем за 2 желтых элемента и поворачиваем их против часовой стрелки на 45 градусов. Все, вот эта замечательная декоративная крышка, мы ее сняли. Помимо этого, на ней есть инструкция, которая позволяет в любой момент потребителю, даже если монтажник ему не оставил никаких документов, всегда понять, как что монтируется, как что отрегулировать. Это очень и очень удобно будет в дальнейшем. Клапан смыва всегда является самым большим и самым важным элементом внутри бачка. Сам бачок у нас, как вы видите, довольно компактный, объем у него 7,5 литров. Была придумана новая технология, чтобы клапан мог внутри складываться. Берем и с помощью 2 пальцев подтягиваем их к себе. Нам остается его только вытащить. Также 2 пальцами поднимаем его вверх, заваливаем в сторону и вынимаем. Вот клапан смыва у меня в руке. Если на него посмотреть внимательно, то можно заметить, опять же, 2 желтых элемента. Один элемент поменьше, второй элемент побольше. Они отвечают за объем смыва. Малый за малый смыв, большой за большой. Заводская настройка малого смыва 3 литра. Если мы хотим, можем подвинуть в сторону минус, тогда она станет 2 литра. Либо в сторону плюс, тогда малый смыв будет 4 литра. Большой смыв более интересно. Если посмотреть, тут сбоку есть цифры. Практически с точностью до пол-литра мы можем изменить объем смыва. Заводская настройка 6 литров, но мы можем сделать от 3,5 до 7,5 литров. Следующее, что мы можем достать, это вот такая замечательная деталь. Это так называемый редуктор скорости смыва.
Вы видите, на нем есть желтое колечко, которое нам также говорит о том, что с его помощью мы можем произвести какие-либо настройки. Из безободкового унитаза зачастую выплескивается вода. Это очень обидно и часто сделать ничего нельзя, но не с инсталляциями серии Previsto Dry. Для того, чтобы настроить слив непосредственно под ваш безободковый унитаз, у нас есть вот такой редуктор скорости смыва. Чтобы его настроить, мы в сторону открытого замочка поворачиваем кольцо, тем самым мы разблокируем его и можем его сдвинуть вниз. Как вы видите, тут есть 5 позиций. Мы сдвигаем на одну, его фиксируем в этом состоянии и проверяем. Если опять выплескивается, вынимаем и опять сдвигаем еще на одну позицию. Дальше у нас остается клапан заполнения, тоже очень важный элемент. Он вынимается очень легко по салазкам, вот таким вот образом. Выглядит вот так. Любой специалист по ремонту инсталляции скажет вам, что наиболее уязвимым элементом инсталляции является именно клапан заполнения, поскольку он подвержен зарастанию солями жесткости, солями кальция, магния. Для того, чтобы этого не происходило, и сделаны такие большие зазоры. Кроме того, на нем нанесено специальное покрытие, soft touch, напоминает чем-то тефлон, как на сковородке, которое позволяет этому клапану стоять долгие годы, и никакой налет из солей жесткости не имеет возможности на нем закрепиться. Он просто будет смываться в канализацию потоком воды. Ну и последний элемент, который нам можно достать, это вот этот вот угловой вентиль. Его можно поставить сверху, как, например, стоит на данном объекте, либо сзади. Это именно ставите так, как вам удобнее подключить систему водоснабжения. Все это мелочи, но из них складывается идеальная система, которая, на наш взгляд, на сегодняшний момент является самой лучшей и самой современной на российском рынке.